тоже были тематические. Солисты ансамбля «Золотой ларец» исполняли христианские произведения, в которых рассказывается о Рождестве Христове. Воспитанники воскресной школы Свято-Троицкого храма также подготовились к одному из главных православных праздников. Ребята разыграли сценку, описывающую рождение младенца Иисуса. На Рождество Христово дарят друг другу подарки. Мне кажется, что этот праздник очень хорошо сближает родных и близких, очень много любви передается и тепла. Слово взяли и священники. Благословил и поздравил прихожан с праздниками отец Алексей. Протоиерей прочитал собравшимся проповедь, в которой призвал православных не забывать о существовании храмов. Не только дети, но и мы, родители, покажем доброту наших сердец. Будем друг другу уважительны, вежливы, добропорядочны и будем стремиться делать больше добрых дел. Дети особенно ждут этого чуда. И они не подозревают, что доброта и любовь в этот мир входит через нас, взрослых. После праздничной части для детей устроили посиделки. Всех ребят пригласили на чаепитие. Ольга Десятова, Инга Габешия, Олег Кононов, телекомпания ФКТ.